Две недели назад советским войскам удалось разгромить партизанское движение на восточном берегу острова. В свою очередь, повстанцы смогли осадить крупный гарнизон советских войск в районе города Мартон и планируют уничтожить его. Задача советских войск – выдвинуться по маршруту в населенный пункт Регина, начать наступательную операцию по уничтожению партизанского движения на западном берегу с целью выйти в тыл повстанцам и снять блокаду с города Мартон. Не знаете, где купить игры в 2023 году? Я нашел для вас решение. На Case4Gaming вы можете приобрести как игры для различных сервисов и платформ, так и просто пополнить свой кошелек Steam, PlayStation или Xbox. На сайте имеется различная игровая валюта, как для мобильных игр, так и для ПК, а также софт от антивируса до Windows. На сайте все очень удобно, делится по разделам и найти можно все что угодно, в том числе предзаказы. В качестве приятного бонуса 10% скидка на все по моему промокоду BetSanta. Все ссылки в описании. Суть какая? Предыдущую миссию, кто играл, собственно, мы воевали, уничтожали партизанское движение на восточном побережье. Но они захватывают у нас, получается, Мортон. Насадили очень крупную нашу группу. Задача нам выдвинуться и деблокировать их. Но мы знаем, что имеется лагерь партизан на по ходу движения. Поэтому нам необходимо прибыть в Регину к союзникам на позицию. Спешиться, развернуться в боевые порядки и найти и уничтожить лагерь. Он находится где-то в синей зоне. Это основная ваша задача. Вам нужно будет после команды, как будет, собственно... Команда будет в движении, открывайте карту, посмотрите на карте зеленый маршрут. Двигайтесь по этому маршруту, высаживаетесь в Регине и начинаете, собственно, выполнять боевую задачу. Вертолеты взлетают чуть позже, пока они вам недоступны. Вот такие вот дела. Вопросы есть какие-то? Принял. Так, рации будут работать? Они появляться могут? Свои? Нет, появляться они смогут только на этот, как там, на спавнах отдельных. Угу. То есть рация фактически да. Нахер не нужна, да? У вас рация нужна для того, чтобы переключаться на другой канал, допустим, если надо. Или можете, сейчас же появилась возможность переключаться на каналы через клавишу G. В принципе, второй канал вы можете просто переключаться через ручную радейку. Что еще? У вас там будут БТР стоять вон в той стороне. Вам надо будет на них всех сесть. Там будет одна КШМ-ка. Вот где вы КШМ-ку, куда вы привезете, развернете, там у вас будет спавн. Мне надо будет пингануть клавишей Y, админ увидит, получается, и мы туда ставим спаун ваш. Потому что самого функционала пока такого нету. Делаем пистолет. Ребята, у меня он нихуя не надевается, слышите? Я даже на себе призрачный. Набирайте, получается, вооружение побольше и готовьтесь. Все, сейчас... Так, командиры потом может... Санта, короче... Давайте это, единую форму сделайте, все в разносоле. Я предлагаю просто обычный КамАЗ забрать. Нахуй нам БТР, у нас водилы нету, никто не возьмет его. Где админы, где они есть вообще? Хам, возьми другой слот, а, по-братски. Первый КамАЗ в колонии. Бля, ну не ночь, только не ночь. Спасибо. Так, едем по зеленому маршруту, то есть так, мы... Могу туда идти, Саныч, у меня там запрет зоны. В смысле, ты до Урала дойти не можешь до этого? Да. Что он тебе говорит? Что теперь могу. Ну, пишешь, что типа пойдете дальше, будет смерть. Сейчас так. Же могу. В Урал-то сядь. Запрыгивай в Урал. Нет, сейчас же, да. Так, смотри, мы должны ехать по зеленым точкам. Товарищи командиры, предлагаю собраться и обсудить план. Ну давайте, а кто, где, чё? Чё, тачку занимаете, сидите, я приду. Рацию мне можно выкинуть, да? Да, она мне нужна. Так, а где, чё, где план-то? Санта, тебя ждут. Я вот здесь, бегу, где бегу. Строились, собирались. Бегу, бегу. Ну, смотрите, первостепенная задача, мы приезжаем в Регину, блядь. Нам надо кому-то притащить в район Регины КШМ поставить, чтобы это был рез. Я так полагаю, то, что там никого не будет. Определи, кто-то возьмет КШМ? Или я могу взять обычный КамАЗ и КШМ потащу за собой? А вы сядете на беттер и поедете. Ну, ты меня слышишь? Ребята,
Тогда мы за вами вторым эшелоном пойдем. На карте, если что, можно метки ставить. Предлагаю КШМ ставить где-то. Нет, я тоже жду их. Сейчас поставлю метку. Главный админ. Не, мурки, мне Урал просто бы дать и все. Предлагаю КШМ поставить вот на этом глазе. Это будет наш же респ. И от Регины мы уже должны идти, блядь, по вот этим территориям найти и уничтожить. Вы тогда на БТРе просто поделимся на три пачки. Одни пойдут вдоль берега, вдоль дороги, вот это через Камурак. Одни пойдут по центру, блядь, где желтая дорога идет. И одни пойдут поверху по скалам. Ну, то есть, фактически. Сейчас я поставлю. Сколько нас там? То есть, раз... Два, группа пойдет по горам. Три, четыре. То есть вы свои можете удалять, ставить сейчас, кто из вас там пойдет подписываться. И все, и вот таким эшелоном идем. Технику чуть сзади тащим, но лучше по склонам, потому что в лесах она неэффективна. Так, смотрите, рацию нашу авиационную поставили. Это чтобы с нами связываться, для того, чтобы мы работали. Командная ДВ 52, да? Командная, это 52, это общая межвойсковая, межвзводная. Да. Отдельная для авиации, на которой мы прям общаемся. Если мы на вашей командной выходим, просто нас, ну, на нашем выбегайте и вызвоните. Так, 52, проверка есть здесь? Не подскажете, какая общая 52 у нас? 52, да вам зачем? 52, проверка. Сейчас... Да, слышите. Ну, как я понял, что мы едем по точкам, ставим КШМ, да, и все, я даже не знаю, что делать. Мы доезжаем до момента КШМ и потом вот эту Регину идем. Да, да, раскладываем КШМ, проходим Регину и выходим на метку Санта. Дальше двигаемся от метки Санта на карте вдоль берега, блядь, и идем. Если там что-то жмут, какая то... Какая метка Санта? Карту открой, посмотри. Метки не видишь? Нет. С правой нижней стороны, где мы находимся, сейчас сориентироваться тяжелее будет. Боже мой, блядь, что это? Это у меня баг какой-то. Колонна, двигайтесь, пожалуйста, не спите, блядь. КШМ ползешь? Я на КамАЗе иду. Колонна, притормози спереди у УАЗик. Да, я не подъехал. Сюда они пошли, правильно? Ну, нам сюда по зеленой вообще. Все едут, прием. Так, господа, никто не потерялся. Я надеюсь, только это командиры, да, на командирском сидят. Все-таки по жизням-то одна, не одна. Не-не, будет. Так что я. Метку на карте также тыкаем на врага синим, на себя, если что, красным, блядь. И куда надо въебать вертушкой или помощь вертушке нужно тоже вместить, ставьте. Пишите, уебать вертолетом.
шеф, давай впереди чуть побыстрее. Принял. Спуск дальше, будьте осторожны. Принято. Отстающих у нас нет, прием. БТР на связи, а можно вас обогнать? Которые два за друг за другом. Вот два за друг другом ездят за Уралом. Давай. Не обгоняйте УАЗики, а направляющий колонну. Нет, да? Да вроде нет, все едут. Господа, очень такой холмистый участок. Осторожнее. Принято. Вышли! Парни живые? Живые? Я пока да.
Слышно, слышно. Господа, стараемся отойти в город на данный момент Регина. Потому что нас атаковали, уже вызвали помощь в виде воздушной техники. Как приняли прием? Принято, принято. Отходим в Регину, да? Да, так точно. Все, кто Санта, мы уходим к речке на восток. Прием. Вперед, пацаны. Санта приказал охранять пивные склады. О, пойдет. Так, пошли на восток. Кто на связи, командиры? На данный момент сейчас от штаба поступил. Кепка. Санта, связь. У него жестко лагает. Я прям Далмаза. Кто здесь? Прием, прием, меня слышно? Да, да, прием. На данный момент от штаба поступило заявление, то что противник готовится к контрнаступлению. Нам необходимо занять оборону в городе Регина. Всем ясно? Ясно, ясно. Смотрите, мы тогда отходим к реке на восток от этого спауна. Занимаем там, блядь, оборону. Все, пошлите к реке на восток держать оборону там. Поставьте под рядом, чтобы было понятно. Мы идем на нашу метку, да? Правильно я понял? Нет, нет, нет. Мы идем на восток. Кепке тоже идти на восток? Дал метку. Ну, там парни, делитесь по отрядам, у кого какие командиры были. Кто? Санта, ты сказал на команду идти на восток. Не-не, это мы отходим. Санта уходит. Я метку поставил. Видишь, мы на красную, на мою идем. Санта в городе, в Регине. Все понял. Северо-восток. Санта, тут, короче, сказали занимать дома. Пошли. А, типа поближе к городу? Пошлите ближе к городу тогда. Не знаю, переспроси Рейгасая. Пошли. Все, я дал метку. Занимаем на метке Сант. Бронза, связь? Скорее всего. Бронза? Там, скорее всего, блок выставлен. Я тут. Тебя слышу. Короче, у нас... Сэр, у меня оружие не сохранилось, какой-то шляпой иду. Да, аналогично. Так, смотрите, что, вот этот сарай мы проходим. Вон там подальше, да, серые дома будем занимать. Тогда въезд в город контролит. Первый дома. Урон повышен, блядь, въебало конкретно там. Угу. Еще галанч видели вообще, да? Я видел, как даже прилетело, я просто охуел. Я думал КШМ спасти, блядь. Я на горе видел там пару человек. Слушай, а вот там... Убежал на гору, они там сидят, пидоры. Лесопилку пошли занимать. Да, оттуда давайте. Мало все видно будет. Зато у нас кусты будет, и можно будет спрятаться там. Давайте, ручьё. Давайте на лесопилку. Где бронза? Что-то его не слышу. Алло, алло. Все, занимайте дома, двери закрывайте. Пятьдесят вторая, есть связь? Есть. Мы на лесопилке забились, блядь, держим оборону, прием. Мы, получается, слева от вас, на востоке прям. Да, слышу. Мы откуда ожидаем этого врага? С севера, получается? Рей. Да, прием.
Откуда врага ожидаем? Прием, север? А, пока данных нет. Рассредоточься по городу. Так, стекла разбивать. Колесико мышки нажимаешь, он ударяет прикладом. Так я понял, мы не доехали, да, до Регины? Да вот мы сейчас в Регине. Не-не, до этого, когда нет, мы ехали. Нет, не доехали, да. КШМ наш, блядь, взорвали. Не взорвали он, просто. А его, может, надо будет привезти потом? Да нет, он же уже стоит, по факту, по сути. Командир, на связи? На связи. Господа, я напоминаю, готовимся к обороне города Регины. Как слышно? Приняли. Принято. Метки стоят в городе актуальные. Да, прекрасно. И, соответственно, кто в Регине занял метку, какой командир там, блядь, у вас есть, район свой, очертите, метку поставьте, чтобы было понятно. Дельмаза, ты там будешь? Прием. Он есть на связи, нет? Да, на связи. Что еще раз вопрос? Метка твоя там актуальная, красная? Нет, сейчас сменю. Ага. Вот там в лесу вижу, на... Сейчас тоже метку свою. Они там, камуфляжные. Да я понял, там не видно их, блядь. Они пахнут. Азимут какой? Восток, в лесу. Восток. А, это свои. Ну, биноклем пользуйтесь, да, тоже. Да, свои бегают. Бинокля, кстати, нету, потому что ничего не сохранилось, блин. На глаз. Понял. У нас контакт в лесу. Откуда, слева, откуда? На флангах Регины. Лес слева на флангах Регины. Ну, у леса слева на флангах это с запада прием, правильно? Компас, карта? Это юг. С юга идут, понял. Меточку можно где-то какую-то? Меточка Долмаза, смотрите, метка Долмаза на карте. Метка Долмаза на карте, враг. Крестик. Долмаза на карте, враг. У нас карта работает. Санта поставил синим восклицательным, правильно, там? Долмаза. Кружочек внутри, крестик. Враг на этой метке. Все правильно я поставил. Так, враг идет на метке, на карту синим поставил восклицательный знак, это идет от города с запада. Юг, запад идут. Алло, прием, на вышке стрелка наша есть? Стрелок вообще на связи? Нет инфы. Машина. Прием, говорит СПН, приняли в спине. Машина, север. Добираем камеры, не ваши пацаны. В город зашел этот америкосовская машина. Приняли камеру. Хорошо. Все, его приняли, вроде бы. Еще машина. Стреляй нахуй, реакция на приеме. Ты долбоёб, это свои. Это свои. Реакция на приеме? Нехуй захватывать. Не, нет связи, ни с кем нет связи, что-то вообще. Good house. На
Чётенько, да? Что, своих четко расхуярили? Да, да нехуй захватывать никакие машины. Да, но с вас забанило 30 минут. Я просто убил, кто там хуй знает. Бля, меня штурмуют. Чё страшно? Сейчас разбанят. Проверка, проверка. Вертолеты на приеме? Смотри, отметил метку на противника в лесу. И туда целеуказание красными дымами подготовил. Находится, получается, южнее от Регины лес. Противника много. Чё про 42-ю говорили? Пизданите, чтобы она 52-ю проверяла. Просто либо ГРК, либо кто-нибудь выйдет, скажут, чтобы на 52-ю вышли. Я подхожу. Я живой. Живой, живой в доме. 52-я связь? Связь, 52-я, прием. Авиация на вас на связи, мы кружим рядом, если что называете. Принято, принято. Хамуга живой? Мне помощь нужна. Да, да. Я живой, живой. У меня прям под домом. Лесопилка свои, вертолеты, лесопилка свои, аккуратно. Да? Принято, лесопилка свои. Да-да, связь. Связь, связь, связь. Тут раскидали этих, блядь, я на карту смотрел, меня хлопнули, это вообще. Да, я убил их, убил. Так, парни, прием, как продвигается защита? Непонятно. Сложновато здесь. Давайте закрепляйтесь в городе. Противник, есть данные, то, что противник уже ушел. Свои, свои у лесопилки, свои. Ага, свои. 52-я, нужен сдвиг. Вот на часы 52-я. Да, надо сдвиг делать. Да. Мой отряд на моей позиции по метке на карте стоит. В этажном здании держит. Лесопилку. Лесопилку бегом! Санта, надо сдвиг сделать. Бежи. А кто-то прописал кого? Пропиши ты. Ну, 52-я, где противник точнее? Под отрядами пишу актуальную ДВ. По радиовышке отработал. Все, сдвиг сделайте нам.
Здорово. Так, наша задача Регину так и удерживаем, да? Ну пока да, судя по всему. Ничего новых никаких задач не приступало. Че, есть враг? Мы что-то парочку лесопилки убили, и все, и тишина. Пока не наблюдаю, пока не наблюдаю. Так и сидим, что ли, дальше, нет? Пойдемте город чистить тогда, смотреть, что мы тут сидим-то. Там война идет, мы сидим. Чуть не пойму. Не пойму. На 40 где-то. Ну это свой, свой на дороге стоит хаммер. И он стреляет на север куда-то. Свой стоит и на дороге стреляет на север. Ничего не понимаю. Связи нет. А что за метка найти и уничтожить, глазик там нарисован? Вот это и есть задача первоначальная, что мы должны сделать. Ебать. Пойдем, найдем, уничтожим. Ну а что, командир, если молчат, я как хуй знает, что делать-то. Да вот я про то же. Сейчас еще раз вызову. Связь есть, прием, прием. На приеме, на приеме. Че, че делаем? Так и сидим, что ли? Ну, кто у нас там этот взводный? Не знаю, да и они никто не отвечает на связь. Нет. Может, они на старой волне еще остались? Да я прыгал и 51-ю, 52-ю все перебирал. Тишина. Да, да. Тихо, это я, блядь. У нас уже фобу в центре поджимают. Ну давай мы подходим. Пошли воевать. С запада. Пошлите, они с запада идут, запада. Идем воевать на запад. Расстрел. Понял. Да, может этот лес западный прочистил как раз вот налево. На предположительное место. Понял, мы сейчас попробуем зайти там к ним. Пошлите, они с запада идут. Кто на частоте есть, на 54-й? Есть, есть. Айда, понял. Иду обходить. Заходим. Не понимаю, что. Ну, пошире обойдем. Горы по нам идет такой. Я слышу этого снайпера, сейчас попробую. Да свои, ёпта. Вы чё, господа? Да я ему говорю не стрелять, а он стреляет. Ну что, броня сейчас выйдет.
Да, прием, да. Ты где? Стою здесь, где в районе лесопилки, стреляю на гору, блядь, на... Сейчас скажу азимут. Куда вертушки работают? 45. Там толпа ты пехоты. Ты переместился к лесопилке, да? Понял. Да, да, где мы были. Возвращаюсь, потому что я вернулся в тот лес. Их много, много, выше лесопилки, их очень много.